интересно, что Мулявин родился в Свердловске. Это русский человек. Потом волей судьбы попал в Минск. Он был самородок. Дело в том, что вот я окончил три кайстории. Закончил белорусскую кайсторию, потом в Ленинграде ассистентуру, и у Тихо Николаевича я закончил аспирантуру. Такого образования у Мулявина не было. Мулявин – народный артист Советского Союза, создатель песнеров, а по уставу положено Союз принимать только с высшим образованием. Но Тихо Николаевич Крейников принял большое участие вместе с Пахмутовой. Приняли Союз композиторов Владимира Мулявина, который сейчас у нас, ну, в культуре, в музыке, он национальный герой. Славился на весь мир. И я с ним даже Америку ездил вместе с ним. И у меня есть газеты, материалы, где написано «Русское вторжение на Роковом фронте». Видите, не белорусское. Вот мы тогда прилетели в Вашингтон. У меня есть материалы, фотографии. Потом мы ездили вместе с американским ансамблем «New Christy Minstrels». Ездили, да. И вот мы в городе Нэшвилле были, пластинку записывали. Доехали мы до штата Миссисипи. Потом уже самолетом летели обратно в Вашингтон или в Нью-Йорк. Не, в Нью-Йорк. Нет, там нас посольство принимало, СССР. Вот. Так что это было не только такая культурная поездка, она была и где-то культурно-политическая. Есть улицы Минские имени Мулявина. Он очень много сделал для развития белорусской национальной культуры, советской музыкальной культуры.